Ребята, перед вами Hyundai Sonata 2.5 объем, 2021 год. Сюда мы устанавливаем вакуумную систему для того, чтобы включать и выключать выхлопную систему с пульта. При этом все остальные внешние элементы остаются штатными. Здесь меняется только звук, но это уже классный звук, который говорит о машине то, что она может улететь в космос с нашей заслонкой, как у Илона Маска. Я могу сказать, для чего делают вакуумные заслонки. Для того, чтобы просто покайфовать от хорошего звука. Четенько прям понажимать на газ, и это радовало, такие эмоции дарило. Мое мнение такое, вакуумная заслонка нужно устанавливать, если вы хотите звук от машины получить сочный, яркий, интересный, но чтобы ночью вы не мешали спать другим людям. Илон Маск отдыхает. Ультравыхлоп. Топ.